Привет! Сегодня готовим вот такой вкусный десерт «Мужской идеал». Готовим медовый бисквит. Для начала в миску кладем яйца, сахар, ванилин и соль. Взбиваем миксером до увеличения в объеме. Добавляем мед и растительное масло. Продолжаем взбивать. Соду гасим уксусом. Постепенно добавляем муку. Тесто готово. Наливаем на противень. Равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. Достаем бисквит, даем остыть. Таким же способом печем еще один бисквит. Готовим самый обычный крем. Для этого нам нужно сливочное масло и сгущенное молоко. Все это вместе взбиваем. Подготовила, собираю десерт. Коржи пропитываем молочком, смазываем кремом, сверху засыпаем измельченными орехами.
Отправляем наш десерт пропитаться. 2-3 часа. Пока десерт в холодильнике пропитывается, растапливаем шоколад. В шоколад добавляем сливочное масло и молоко. Греем в микроволновке. Шоколад готов. Достаем десерт из холодильника. Вверх поливаем шоколадом. Отправляем в холодильник еще на 30 минут. Наш десерт готов. Нарезаем и подаем к столу. Вот такой десерт у нас получился. Спасибо, что были со мной. Всем до новых встреч!